Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Каспийске, в Республике Дагестан, на Анжи-арене, где совсем скоро стартует матч 13-го тура. Действующий лидер Мелбет первой лиги против команды, которая была в этом статусе на старте сезона. Справа номер 77, капитан команды Константин Савичев. В центре полузащиты 27-й Иван Чудин, 24-й Артем Погосов, 6-й Сергей Макаров. Попытка прострела, это Никита Глушков. Его сегодня часто мы в атаке будем наблюдать. Попытка прошить Волкова с острого угла. Снова трясется, как будто бы оборона Акронова. Еще удар, снова Волков. Добивание! Как это голом не стало! Вот это момент! Залимхан Юсупов, возможно, уже доверившись своей мощи, попытался отправить мяч в полупустые ворота Акрона, но в итоге кто-то из полевых спас. Давайте посмотрим еще раз. Очень спокойно были пройдены на пару Опеков, Анжелкович. Где там был Бакоев, не очень понятно. Один удар в упор в Сергея Волкова. Это не касается разных позиций. Все-таки он играет в основном на одной. Ничего себе, какой обрез очередной. Косинтура у штрафной. Правее передача, Глушков. Удар, Волков тащит! К этой секунде уже должно было быть 2-0 в пользу «Динамо». Но находятся герои, которые в последнюю секунду спасают ворота. Сейчас это несравненный Сергей Волков. Но и Глушков был в секундах, мгновениях от того, чтобы счет открыть. Возможно, у границы поля передача далее. Юсупов на Косинтуру. Эгаш. Эгаш пытается раскачивать соперника. Удар! Рядом со штангой! Доминирует «Динамо». И кажется, если бы добавили еще больше наглости, креатива, то гол неизменно мы бы увидели, возможно, даже не один. Марат Бакоев, не попавший в эту игру совершенно, поле покидает, вместо него Боян Димоски. То есть все-таки какая-то ротация у флажка, либо при исполнении штрафных, присутствует у команды Курбана Бердыева. Подача Лисаковича, Волков очень и очень уверенно. И дальше, видимо, пробегая мимо, досталось Анжелковичу. Причем досталось по лицу. Тут же выскакивают в кадр Алибеков, Ковачевич, Костюков. Данилкин направо. Еще одна подача Савичева. Понсе, удар! Рядышком, с верхним углом. Это, конечно, не опасно, но возможность тоже немножечко размяться для Волка. Андреас Понсе. Бесегов. Подача. Опасно! Удар! 1-0 Акрон! Внимание, Анжелкович! Предполагаю, будет Анжи-арену и всех, кто собрался здесь и на трибунах, и на скамейках. Посмотрите на эту реакцию, насколько важный гол для Акрона. Впрочем, и задач серьезных пока не было. Сандрачук, прострел. Вот одна из них, Волков! Кто, если не он? Еще не все. Косинтура. Подача. И угловой, или аут, скорее, все же зарабатывает ангольский легионер «Динамо» из Махачкалы. Это Андреас Понсе. Его сейчас затолкают у флажка. И звучит финальный свисток. Акрон удержал эту победу. Вторую в уже последних 9 матчах. Всем вам большое спасибо за внимание, дорогие друзья. Для вас этот матч комментировал Сергей Курманов. Всем желаю сил, терпения, здоровья и удачи. До новых встреч на матчах лучшей лиги мира. Всем пока-пока.